Модернизация, или лучше назвать это апгрейд, Брестской областной клинической больницы начался давно. Плановые, косметические, капитальные ремонты, установка нового оборудования, открытие обновленных отделений. Такая масштабная работа проводится здесь в последние десятилетия. Сегодня состоялось очередное торжественное событие – ремонт кардиологического отделения Брестской областной клинической больницы, где специалисты оказывают пациентам весь перечень кардиологической помощи, как экстренной, так и плановой, завершился. Большой фронт работ удалось реализовать в достаточно сжатые сроки. Понадобилось всего 9 месяцев. Помогали строителям врачи, которые тоже приложили немало усилий, чтобы отделение после ремонта преобразилось. Отрадно то, что ремонт делался силами коллектива областной больницы. Строительная бригада проводила ремонтные работы. Это наши сотрудники. В помощь им постоянно во время ремонта работали сотрудники нашего отделения, младший и средний медперсонал. Поэтому то, что сделано своими руками, всегда более приятно, чем кто-то бы сделал это за нас. Поэтому настроение прекрасное, радужное. Очень рады, что ремонт закончен, и наши пациенты получат новые условия для пребывания. Существенно улучшились условия пребывания пациентов и работы медиков. Практичные, удобные палаты с новой мебелью и санитарными блоками, просторные, светлые помещения общего пользования, индивидуальный дизайн. Такой облик приобрело кардиологическое отделение. Кроме того, появились палаты повышенной комфортности. Есть 29 кислородных точек, что актуально в условиях пандемии. Но кое-что осталось неизменным. Мощность отделения прежняя, всего 45 коек. Сумма денежных средств, потраченных на ремонт кардиологического отделения, составила 390 тысяч белорусских рублей. Кардиологическое отделение, оно одно из передовых и значимых отделений у нас в больнице. Примерно 1200-1250 человек ежегодно проходят лечение в стационаре. И в большей степени мы занимаемся последние годы пациентами с острым коронарным синдромом, а конкретнее это больше пациентов с острым инфарктом миокарда. Примерно 50-60% пациентов это именно пациенты этой категории, которые после ангиопластики и стентирования продолжают лечение в условиях кардиологического отделения. На торжественном открытии присутствовал начальник Главного управления по здравоохранению Брестского облсполкома Виктор Михаловский, который отметил значительный вклад в улучшение облика кардиологического отделения бригады строителей больницы и врачей, выступивших в роли дизайнеров и помощников. Областная больница на высоком уровне справляется с поставленными задачами, и несмотря ни на что, вы находите возможность еще делать такие ремонты, вот как сегодня мы смотрим. И действительно, правильно сказал Александр Сергеевич, ваша бригада, вот можно строителей приводить и показывать как эталон того, что можно сделать с минимальными затратами финансовыми и какое качество можно добиться. Уважаемые коллеги, я хочу поблагодарить Александра Сергеевича за то, что это ваш, скажем, самый главный рулевой и тот, самый главный локомотив, который тянет всю больницу и делает именно не только для пациентов, но и для вас, для медсестер, для врачей, для санитарочек, для всех-всех условия труда. Как известно, люди, которые работают в сфере здравоохранения, 2/3 жизни проводят на работе. С учетом пандемии часто живут там, а потому комфортные условия работы для врачей не роскошь, а необходимость, которую в Брестской областной клинической больнице выполнили.